Всем привет! Меня зовут Роман, и давайте для начала немножко контекста про вот этот вот системник. Понятно, что вы этот проект в принципе не видели у нас. Кто следит за нашими социальными сетями еще год назад? Год. Видел его на другой трубке, где, скажем так, в полуразобранном состоянии он был. Вот эта часть от него была отстегнута, сзади он был открыт, мы вам там сзади его показывали, спереди показывали. Но он выглядел совершенно не так. И кому-то может показаться, что это даже другой проект, пусть и похожий. Но нет, это точно тот же компьютер, что был у нас год назад. Что поменялось? Почему так? И он как бы сильно отличается от того, что было там на картинках. Не было вот этого экрана, съемник был совершенно другой. Абсолютно другая труба, хотя, ну, во всем остальном компьютер точно такой же. Что же, как говорится, как его поменяла зона? Поверь мне на слово, это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Тот вариант, который вы видели, это был тестовый билд на тестовой трубе, и предполагалось, что он сейчас там месячишко поработает, пока к нему доедут детали, помоется как раз к этому моменту нормально. А потом мы его нормальненько пересоберем. Но поскольку данный компьютер по факту рабочая станция, по большому счету, нет, на самом деле это игровой компьютер. Только вот игры на нем не играют, а разрабатывают. Ну и соответственно, для разработки игр. И он как-то подзавис у клиента в этой самой разработке на год. Детали давно лежали к нему на офисе. И он ждал. Ждал, еще ждал, пока уже не кончилась жидкость в системе, а она имеет свойство испаряться, рано или поздно ее нужно доливать. Ну и компьютер попал, наконец-то, к нам. Тестовая труба с него, ее тут довольно много, была заменена на трубу финальную. Тестовая жидкость, которая успела выпасть в осадок внутри, была заменена на жидкость уже, которая будет в нем работать. Конечно, все равно его надо периодически доливать. Но раз в полгода в год. Примерно объем довольно большой, и как бы особых проблем с этим нет. Ну и то, что вы перед собой видите, это не обычный рядовой компьютер. Детали, которые стоят внутри, ну да, это тоже важно. Здесь 5950X, RTX 3090, это конкретная версия Strix, на мамке Strix X590E. Память здесь 3600, цель 15. SSD RAID на борту из прошек. Все отлично. Тут как бы... Да блять, какие тесты? Серьезно? Ладно, сейчас все будет. А у кого можно купить такую красоту? У этих классных парней. Работаем мы, в принципе, не только по Белоруссии. Нет никаких проблем доставить это к вам. Но в среднем, конечно, это надо проверять каждый конкретный случай. Но если вам нужен компьютер, ноутбук или что-то вот это вот, пишите. Попробуем найти общие точки соприкосновения и способ отправки. По большому счету, фишка этого компьютера даже не его начинка. Фишка его компьютера конкретно исполнение. То есть, если собрать такой компьютер даже на кастомной воде, по характеристикам, в принципе, ну, выполнимо. Для большинства кастом PC-шопов, да даже каждый из вас в целом это может сделать. Не знаю, правда, какой процент компьютеров после этого будет работать у простых смертных, но в целом какой-то будет. То есть, это в теории возможно, без подготовки. Хотя нет, без подготовки вряд, ну... Допустим, вы с этим справитесь. Окей. Но экран-то повесьте. Но вот так вот трубу кинуть в корпус, и так еще, чтобы там дырок никаких посторонних не было, вы уже сами не сможете. Почему? Ну, довольно просто. Вот эти панели, которые так красиво, трубка как бы насквозь проходит, да, они кастомные. Они сделаны из стали. 2-миллиметровой стали, в которой на лазерном станке вырезаны отверстия по, ну, вот этому проекту. То есть сначала был сделан проект на бумаге,
Нет, сначала он был сделан вот здесь, потом на бумаге, потом на компьютере, потом мы 4 раза печатали к нему детали, 3 раза из картона и 1 раз из стали. Первый раз детальки получились в 70% от номинального размера. Ну, то есть, немножко неподходящие по размеру. Там, туда-сюда все дела. Проект приехали, напечатали еще раз на станке, они получились правильного размера. Их приложили к корпусу и сразу обнаружились ошибки. Ошибки в проекте, которые были устранены к версии номер 3 из картона. Ну, там такой плотный материал, это не совсем картон, но не суть. Приложили, я поправил буквально пару дырок, и он уехал в печать на сталь. Потом сталь уехала в порошковую окраску, и только после этого она приехала в сборку. Для того, чтобы вы правильно понимали, даже если бы станок стоял у меня в соседнем кабинете, лазерный, и мне технические условия позволяли делать порошковую окраску с запеканием, как она сделана здесь, весь проект отнял бы у меня, ну, минимум 2 недели по 8 часов в день в течение 5 рабочих дней. То есть минимум 10 полных рабочих дней. То есть 80 рабочих часов. Причем один я бы не справился, ну, объективно. Ком в сборе весит 50 кило. Я его заправить один не могу положить. Не имеет шанса его разбить. Понимаете, да? 80 часов на один системник. Вам кажется, что сейчас, ну, 2 недели, что такое? Съезди на лазер, приедь с лазера, приложи лекало, посмотри, что там, какие там есть ошибки. Переделай проект, съезди на лазер, переложи лекало. А, вернуться с лазера еще надо, но не суть. И таких операций здесь накопилось довольно много на самом деле. То есть вот эти штуки вырезались на лазере. Вот это крепление не совсем стандартное. То есть, ну, такие, казалось бы, мелочи, которые ты делаешь, переделываешь. И только потом они обретают вот такую форму. Фитинги, вот эта вот вся красота, ее вы должны, ну, я должен был построить в голове до того, как заказать детали в Китае. То есть иметь готовый проект в голове, знать, сколько чего мне надо для того, чтобы оно приехало сюда, и мне всего хватило. Тоже, знаете ли, довольно трудоемкий процесс. Например, там сзади тоже есть труба с обратной стороны. Ну, трубки ж никуда не приходят, там сзади не резервуар на весь объем, там сзади трубки соединяются между собой. Это тоже достаточно забавная картина. Но в целом, для того, чтобы соединить их сзади, ушел рабочий день просто на то, чтобы составить карту, какая труба, куда и после какой должна прийти. Потому что многие отверстия, как вы можете обратить внимание, расположены достаточно близко друг к другу. И места сзади хватает на одну трубу в пространстве. На две как-то уже не очень. Нет, мне на тестовой трубе была вот такая вот штука. С вот так вот проходящей под ней трубой. Но это не совсем правильная деталь, это было сделано для того, чтобы его помыть. Изначально планировалось в нем сначала один контур сделать, потом два контура сделать, разной цветной жидкостью их заправить. От этой идеи мы сначала отказывались, потом решили, что все-таки будем так делать, потом не будем так делать. Но по большому счету это не имеет значения. Для того, чтобы вложиться в такой проект, я даже не знаю. То есть, ну, я в него вкладывался, потому что я отбитый. Здесь 11-12 романов из 10 по сложности. То есть я сейчас на то, чтобы поменять вот эту вот трубу, да, на финишно, потратил 2 недели. Ну, чтобы все отмыть, поменять, переопрессовать, привести в тот вид, в котором оно есть. То есть я разобрал его практически полностью. Я снял всю трубу, снял все детали, видик разобрал, снял материнскую плату, разобрал, поменял термоинтерфейсы на процессоре и поставил новый съемник с ВРМ. То есть, ну, я снимал помпы. У меня, кстати, одна помпа сломалась за время его эксплуатации. Я менял помпу в помпе. Ну, то есть вот в этом блоке внутри менял помпу. Я мыл вот эти резервуары, чего мы тут только не делали. Ну и вся труба здесь новая. Мы по-другому кинули саму трубу, потому что тестовый вариант, ну, по прошествии времени нам не очень понравился визуально, и мы решили сделать по-другому. И я считаю, что получилось сильно интереснее. Но 2 недели. Да, я занимался здесь по ходу еще другими делами. Там ноутбуки для вас снимал, ролики писал, стримы вел. Еще там пару тестов мы записали в процессе других каких-то вещей. Термопасты, например, которые, скорее всего, вы уже посмотрели на нашем канале. И вот я наконец-то готов
накинуть стекло и отправить системник обратно. Да не говно я. Подобного уровня проекты очень немногие кастом PC-шопы готовы взять в принципе. Ну, просто потому, что они настолько сложные, занимают настолько много времени, что даже непонятно, сколько за эту работу брать денег. Номинальная стоимость данного компьютера 10 тысяч баксов. Да. Да-да. Но для того, чтобы вы понимали, он собирался в пик цен на железо. И это себестоимость. Просто себестоимость железа и даже не потраченного времени. Нами как организацией, мной как специалистом. А просто какие-то стандартные деньги, которые мы берем за сборку кастомного проекта. А то, что он настолько сложный здесь и сколько времени на него потратил, вообще никак не учитывалось. Просто потому, что ну, мы решили, что можем потянуть проект мирового класса. И у нас получилось. Вот такие дела. Потому что такие штуки в мире могут собрать, наверное, по пальцам рук. Ну а на этом все. Всем пока. И помните, Е2Б только лучшее.